Киллингом. Константин Туман. Лен Брэд. They call him Irish Elvis. Он думал, что я этого не скажу. Чтобы не смотреть, кто пойдет в круг, когда белый пол узнает своих подруг. Это значит день радости, когда звезда можжевельник ляжет перед нами во сне, когда в камнях будет сказано то, что было сказано мне, когда над белым холмом будет место звериной луне. Это значит день радости. Все, что мы сделали, выйдет без печали из наших рук. Когда семь разойдутся, потому что нет кого прятаться в круг. Когда белый ком поймет и признает своих подруг. Это значит день радости. Никакого тьмы.
в нем нет никого.